Обзор сравнения на кроссовке 9060. Вот это из Америки, с Амазона. Приходит в тюке 20-килограммовом пупырка и скотч, поэтому коробки вот в таком вот неприглядном состоянии. Показываю со всех сторон. Но тем не менее, кроссовки оригинальные и качественные. Made in USA. А вот эти кроссовки мы заказали на одном из московских сайтов. Не буду его рекламировать. Вот они, не распечатанные. Я буду распечатывать их на экран. Сайт позиционирует их как реплику люкс. Ценник 5000. Коробка сделана один в один. То есть никакого различия, кроме вот этой вот печати на оригинале. Штрих-код даже не буду бить, скорее всего, он совпадает 100%. И даже немного побольше коробка на реплике. Немного побольше. Остальная маркировка, ручки, все совпадает. Вот они, коробки. Один в один все клейма, все печати. Мятая оригинал. Бумага здесь брендированная. На реплике бумага глянцевая, но тоже брендированная. То есть здесь она такая матовая, здесь она глянцевая. Даже внутри. Смотрим вырез. Все одинаковое. Вот коробка просто один в один. Только это немного больше на реплике. Так, теперь сами кроссовки. Реплика. Оригинал. Сравниваем. Буковка N. Носочки одинаковые. Шнурки, текстура одинаковые. Язычки одинаковые. Абсолютно идентичные. Даже буква N стали делать, если раньше была разница, теперь реплика, что здесь N, что здесь все абсолютно одинаково. Вот не отличить по язычкам здесь. Made in, не вижу, Вьетнам. Здесь Made in USA. Так, смотрим внутри. Смотрим внутри. Бумажка. Бумажки почти что одинаковые. Тут и побольше. Достаем стельку. Стелька оригинал. Стелька реплика. Ну, здесь она немножко мятая. А так абсолютно одинаковая. Что отсюда, что отсюда. Никакой разницы. Внутри. Сейчас переключусь на подсветку. Внутри все прошито. Это реплика, напоминаю. Все прошито с тканью, все швы. Все четко. Оригинал. Вот просто все один в один. Я не знаю, как найти разницу. А, так, самое главное отличие. Смотрим по подошве. Так, сейчас я возьму зеркальные кроссовки. Зеркальные. Смотрим на подошву. Подошва должна быть из трех цветов резины. Бежевая, белая и серая. Они должны быть между собой вулканизированы. На репликах они шли монолитные и прокрашенные. Вот здесь вот видно, что здесь спайка. А здесь... Так, фокус. А здесь она монолит
и краска пошла наплывом. То есть видно, что прокрашена качественно, хорошо, но тем не менее она монолитная. Она не составная. Вот здесь вот вообще незаметно, что очень-очень хорошо прокрашено. Вообще не могу даже докопаться. Вот краска. Или это не краска. Заплыв или не заплыв, непонятно. То есть прям вот четко прокрашено. Разве что под лупой можно заметить, что это краска. И она не спаяна между собой, два цвета резины, а просто монолит и прокрашена. Вот все прям борозки сделаны четко. Вот где-то просто наплывы краски. А здесь четкая граница, никакой краски, просто спаяны между собой слои резины. Серая спаяна с коричневой, белая с коричневой. И, соответственно, основа тоже припаяна методом вулканизации резины к самой подошве. Вот это единственное отличие, которое отличает оригинал от реплики. Здесь подошва монолитная и просто, скорее всего, приклеена на клей к основе самого кроссовка. Ну, под клей, соответственно, на пресс. То есть она припрессована, но на клею. Монолит и прокрашенный. В остальном вы отличия не найдете. Сделаны очень-очень четко, грамотно. Не подкопаешься. Вот китайцы, ну молодцы. Молодцы. Все клейма. Все рисунок. Все идентично. Стежки, вышивка, ну прямо великолепно. Внутри подклад, вот все по цветам, все сходится, все одинаково, абсолютно. Петельки, шнурки, вот цвет абсолютно идентичный. Но вот никогда бы, если люди, которые не знают, что подошва из трех цветов резины, а не окрашенная, как вот здесь вот, они бы никогда не поняли, где оригинал, а где реплика. И когда люди считают какие-то точечки, смотрят на клейма, смотрят на качество сшивки и начинают говорить, что ну вот здесь вот видно, вот это вот поуже, вот это вот пошире. Но не держа вот здесь вот поуже, здесь пошире. Незначительное отличие. Но если вы не держите оригинал, вот здесь вот считайте точки, не считайте, измеряйте линеечкой, вы не поймете разницы. А то, что люди говорят, один человек мне написал, покупаю себе оригиналы и никогда не видел, чтобы на бирке было Made in USA. Ну, может быть, вы не видели. Но вообще, вот эти вот кроссовки New Balance, они производятся, кроме как в Китае и Вьетнаме, они производятся в Англии и в Америке. И, соответственно, на вот этих бирках стоит не Вьетнам, не Китай, не Энгланд, а написано Made in USA.